Мы отбили атаку барона. Но навсегда оставить эту проклятую пустыню позади нам мешает нехватка топлива. Так что пока остальные готовят Аврору к отъезду, я, Гюль и Дамир должны пробраться в нефтяной терминал и выкрасть оттуда цистерну с топливом. Нужно открыть ворота изнутри, чтобы ребята могли подъехать на дрезине, прицепить цистерну и уехать до того, как бойцы барона успеют очухаться. Гюль с Дамиром будут ждать меня возле терминала. Итак, добро пожаловать в игровую комнату. И вот оно, последний рывок. Ну, я так думаю, последний рывок. До того, как... перед тем, как мы свалим наконец-то из этой чертовой пустыни. Блин, как она меня заколебала. Ненавижу пустыню, вот честное слово. Этот песок, который проникает везде, только где можно. Он еще и колючий. Да еще визуально тут не на что смотреть. Барханы, трупы. Воу! Нормально, блин. Даже после смерти гнида пытается меня, блин, угандошить. Короче, пытается меня убить. Всем нужен барон Чопора. Да. Всем, кто во втором резерве, собраться на вышке. Короче, они готовятся к тому, что мы будем сейчас отбивать у них бензин. Черт. Что-то буханка это медленно едет. Ну, по крайней мере, тут в прошлый раз никого не было. Но это не точно. Оу-оу-оу-оу-оу. Блин, пыль теперь. А и сюда пылевая буря, что ли, приперлась. Так, одно непонятно. Мне вот сюда, где этот? Так, не-не-не-не-не-не, никаких ночных видений. Так, там хата. Ну да, я еще не доехал. Так, немного багает. Делает Артемку выше еще на полметра. Во, нормально. Тёмыч, мы тут! Возле цистерна! Артём! Так, я не понял. А, ну все, я приехал. И сразу буря прошла. Так... А, вижу, вижу, вижу. Да-да-да-да-да, змейка пошла в жопу. У меня тут важные дела. Артём, мы тут осмотрелись. Главные ворота охраняет небольшой отряд. За ворота еще через Зиндан. Подземелье, можно идти. Там Мунай Байлер рабы держит. Да, в общем, план такой. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну а если тихо не получится, они, по крайней мере, на нас отвлекутся. А ты через подземелье зайдешь к ним в тыл. Пойдем, проведем тебя. Да, пора выполнять план Дамира, блин. Чё ж вы такие агрессивные? Если получится, не убивай местный. Он люди неплохой. Мунай Байлер только слушался. Барон слушался. Боялся и слушался. Ага. Песчаные горки. Гюль насчет местных правильно говорит. Вот, нам сюда. Молокососы сплошные. И мозги им с детства, похоже, промыли. Так что, пожалуй, стоит их пожалеть. Решетка, значит? А, я думал, я должен ее сломать. Попробуем. Ну давай, покажи мастер-класс. Лопатой вон, штык лопатой. Значит так, я приподниму, а ты пролезай. Окей.
Хорош, напряги мускулы. Отлично. До встречи наверху. Ешь кем жёг, мля. Никто не ходил, дураки жёг. Мы стоял, каждый день стоял, пользы жёг мля. Лучше охоту ходил, дураку да кожак сил в рабство брал. Дуры с этой высмоля, правильно сказал совсем мля. Чёртовы пауки и крысы. Так, что у нас тут? Ха-ха-ха-ха, дикарь сраный. Ага, оружия у него не было. Он здесь! Ну и что это такое? Почему я его не могу ударить, а? По какой причине? Да. Без убийства не получится. Потому что я не могу, блин. Так, а по карте куда мне там вообще? Налево. Тут понятно, что налево. Блин. Только лайл умеешь. Сука, на. Чего на меня смотрел, сука, бля? Чего там смотрел? Жизнь надоел совсем. Шапка сейчас делала. Место, сука, мля. Ушел совсем, сука, мля. Вниз ушел, да, посмотри.
Там еще уровень ниже. Гад сраный. Взял, сука, спалил. Гад, сука, спалил, блин. Непонятно, кто это там говорил. Я думал, не он говорил. Лежащий на земле. Ага, сейчас. Так, главное, чтобы тут засады никакой не было. Даниэль, Артём, Аврора готова выдвигаться. Что у вас? У меня тут харя какая-то. Показалось больше, чем мы думали. На территорию проникли, но Дюль куда-то пропала. Ожидайте сигнала. Опа. Дюль куда-то пропала. Что, неужели тот барон на пляже правду говорил? Они попытаются восстание сделать. Ну, точнее, она попытается восстание сделать здесь. Да. Но есть и плохая. Ворота закрыты, и забрать ее мы не можем. Товарищ полковник, это Дамир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Какие? Вас понял. Работаем по резервному плану. Действуйте по обстоятельствам. Видишь, провода от ворот ведут на вышку. Но вот как туда попасть? Прямо крепость не приступает. По воротам, небось. Молодые люди, вы серьезно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость, но умирать просто так все же не стоит. Кто у вас главный? Поднимайся ко мне, нам есть что обсудить. Ты смотри, как заговорил, гад. На все 180 развернулся. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне. Ну давайте. Иначе прольется море крови. И совершенно зря. Рискнем, что ли? Открыть ворота и впустить гостя. Открыть ворота. Механизм ворот управляется с вышки барона. Единственный способ их открыть, так или иначе, подняться наверх. Интересно, интересно. Понимаю. Если сам, конечно, не нарвешься. Да. Не нравится мне это. Логично. Но вариантов нет. Смотри. Если не уедем, все в этой пустыне ляжем рано или поздно. Ну ничего. Удачи, Артём. Если что пойдет не так, в общем, чем смогу, помогу. Окей, давай. Ща мы. Сколько же их там, не сосчитать. Еще, бля, раз про эту шалаву. Девчонки, рабы, женщины даже. Сюда давай, бля. Барон, наверное, нас
самом верху. Ты качал на того обойди, сразу в чистом двигай наверх. Еще пробздишь со козлами эти. Нет, ну козды, ну схема так чисто затяни, ты чисто того, обойди. Миша, обезьяну запрягай. Не надо, хозяин, я не хотел. Хлебало завалил, бля, учиться буду. Мерза, пощади, не надо учить. Закрой! Не убивай, хозяин, мерза! Только не убивай! Хозяин злой, но он хозяин! Если он умирал, меня убивать будут! Да-да, понял. Меня спас. Хозяин проснется, забудет, что было! Спасибо, мерза! Век, мерза, помню, буду! Слышь, тебе, короче, по лестнице! Священная пройдешь хаты блутарей, потом гарем! А там уже хата самого бугра будет. Слишком долго. Понял, понял. Сейчас, не потом. Не, ну чё ты там копаешься? Ты кто? Давай уже сюда иди. Сразу тебе кинжалом в сраку. И быстро на! Да-да, улы мерза! Долго тут торчать? Можно подумать, кто-то нападать собирается. Надо сейчас. Может, хозяин увидел? Хорошо я работал. Видал, бля? Вообще борзая! Учить их, сук! Учить надо! А то вообще страх потерять надо! Вообще беспонтово. О, бля, смотри, гастролер пожаловал. Бугру пятки лизать, походу. Часах стоять, это не по мне. Пыль на вас пацанами положили, суки. А теперь кусты с мягким знаком. Долго ты там еще? Мила, ты шевелись на... Давай, давай! Эй, красавчик, издалека приехал. Да. После барона заходи ко мне, не пожалеешь. Mm-hmm. В смысле? Такой, как я, ни в каком городе не найдешь. Да-да. Это ты к бугру? Ну давай, чисто заваливай. А чему нам работать, когда враг приходит? И не дупли тут, бугор ждать не любит. Все позолочено, смотрите. Ну-ну. Странно, что я не особо расстроен вашими шалостями. Что поделаешь, наш мир жесток.
Не похоже на того. Я лишь по мере сил стараюсь привнести в него толику порядка, без которого нет надежды на что-то лучшее. Нет самой жизни. Позолоченное, блин, все, или реально золотое? Но перейдем к делу. Вряд ли вы прибыли сюда насладиться погодой. А значит, у вас есть важная цель. И цель эта где-то далеко. Какой он догадливый. Я готов помочь вам достичь ее, предоставив горючее для продолжения путешествия. Взамен же я попрошу немного. Отдайте мне Гюль. Приведите ее, и все мы выиграем. Я получу Гюль, вы горючее. И все будут жить долго и счастливо. Ну что, Ты ответишь за все! Ну да, похоже, как и тот барон на низу говорил. Так, С той стороны трусь. За дурака меня держите? Не захотели обмена? Ну, значит, подохните все. И ты, Гюль, первая. Убить их. Артём, приготовился. Нужно прикончить этот собак. Да что? Юль, ты слаба и ценишь славы, но мир живет по совсем другим правилам. Всегда побеждает сильнейший. Наша сила в единстве, в вере, сплотившей наших подопечных. И именно благодаря этой вере мы можем защитить их, направить их, не дать им сгинуть в пустыне. Но ты, Гюр, ты смущаешь моих подопечных. Они видят в тебе некий символ, вокруг тебя им мерещится этакая аура запретности, бунтарства. Аура никому не нужна. Ступеньки сраные. Но твоя смерть сможет ее развеять. Почему замолчала? Артём, я пойду туда, пока собака не убежал совсем. Его поймать и дверь тебя открыть. Ага, ты меня кидаешь. Держись. Можно и я тоже с тобой? Так, походу там сейчас здоровяк. Куда собрался, трепач? Да ж, суп тебя, блин, вот это он очередь мне прописал. Одной очередью завалил, гнида. А, все? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да я ж, блин, тебе попадаю, сука. Это Дамир, блин, я стреляю туда. Такой, да, хрена, блин. О, ничего себе. Вот значит,
оттуда. Я пошлю ребят прикрыть отход. Дверь поддается. Артем, давай поднажмем. Артем, помоги же. Окей, окей, я вроде все собрал. Артем! Да иду, иду. Опа. И вот с этим на его занимаю потерю. Хотела создать новый мир? Не выйдет! Здесь! Держу! Займись бароном! Да, блин! А кнопка какую-то! Артём, убери голову. Хорошо. Даже не надо было напрягаться. Точно барон? А может это не барон? Все же тот барон, который был на побережье, есть барон? А это на самом деле не барон? Цепляем цистерну. Короче, вообще непонятно. Вы дал мой народ надежда. Я это... никогда не забуду. Но война для меня только начался, а теперь надо закончить дело. Давай, иди. Уходим, это там какой-то собачка была на этом. Может, это Кате отнести? О, Анна. О, наконец-то обнимашки. Наконец-то обнимашки. Так, чё там, чё там? О, подрыв. Самоподрыв пукана. Всё, валим? Фанатики с Волги. Людоеды из бункеров. А, нет, ещё не валим. Не, валим. Рабовладельцы с берегов высохшего моря. Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда? А война лишь дала им возможность проявиться во всей красе, и теперь от них никуда не деться. Всё же терять надежду рано. Мы все ближе к нашей мечте. Найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого та не смогла отказаться. Да... потихоньку, помаленьку все, как говорится, устаканиваются. Устаканивается, и вот это вот сейчас кочевой образ жизни, по идее, должен закончиться скоро. Ну, по идее, опа. Мило. Мило эротично. ORHD. Что это вообще значит? Этот дурацкий. Вроде уже выехали из этих песков, а все не отпускает. Неужели там... Из чего только крест крутит эту гадость? Но ничего страшного, уже прошло. Ребята, не хочу вас отвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку. Там стол почти накрыт. Одну минуту, Стёпа, мы скоро будем. Ну что, Тёма, пойдем? Или побудем еще? Побудем еще. Так хорошо. Знаешь, Артём, я вот смотрю на Стёпу с Катей, на нас с тобой, и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было. Плохо было. Я тебе рассказывала, от чего мама умерла. Так, а ну-ка. Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда еще жестче был. Придет со службы, сапоги скинет, а у самого лицо все перекошено. Сразу к бутылке. Ругались много, все за закрытыми дверями. Потом пропадал. И пока его не было, она тоже прикладываться начала. Когда трезвая была, плакала. А как выпьет, мечтательная такая становилась. Знаешь, как она меня звала? Просто А. Обнимет меня, говорит, мы с тобой, А, поедем когда-нибудь в мой родной город Владивосток, а оттуда в поселок, что на самом берегу океана.
Мне тогда 5 лет было. Мало что понимала. Но поселок и даже океан могла себе представить. Потому что верила ей. Верила, что поедет. А потом она с собой покончила. Дрянью какой-то отравилась. После маминой смерти отец пить бросил. Раньше на меня внимания особо не обращал, а когда она умерла, больше одну не оставлял. Везде таскал с собой. Но про нее мы с ним за все время говорили только пару раз и все. У меня кукла была, Жанна. Я с ней играла, будто она моя дочка, и мы поехали на океан. Потом отец спрятал ее куда-то. Сказал, что потерялась. Не хотел, видно, чтобы я себя несбыточной мечтой мучила. И я тогда придумала, что она во Владивосток уехала. А теперь и я еду. Пусть и не во Владивосток, зато с тобой. Мечта сбывается. Кстати, мне всегда было интересно, о чем папа мечтает? Он же должен уметь мечтать. Так вот о чем? О погонах? Так он сам себе мог любые навесить. Людей спасти? А что им дальше делать? Под землей сидеть? Никогда не понимала его. Чем он живет? Что ему надо для счастья? Может, и ничего. У него ведь никогда не было времени подумать о завтрашнем дне. В метро о таком как-то не думается. А тут, наверху, другое дело. Я вот знаешь, что хочу? Ноги в песок зарыть. Строить из него крепости для малышей. Я себе двоих представляю. Девочку и мальчика. Мальчик на тебя. Да, да. Потом бежим купаться. Вода теплая, за спиной горы. Домики деревянные на берегу. Солнце нас будет каждый день. Поднимается огромное, прямо из воды. И бухта эта – наш с тобой пункт назначения. Туда стоило бы через полмира ехать. У каждого должен быть пункт назначения. Своя точка на карте, куда он рвется и где может, наконец, успокоиться. У всех наших свой. Вот подняли колпак, выпустили нас из метро, и мы разбегаемся. Но не сразу. Сначала по инерции еще вместе бежим. Бежим, туда ткнемся, сюда. Но каждый свою точку найдет и там останется. Не знаю, где такая точка для моего отца, Артём. И не знаю, где для тебя. Но я тебя очень люблю. Очень-очень. Да, душевненько на самом деле. Прям текст замутили для нее. Чувствуется прям человек. Зачекушки нету водички. Так, походу душу она излила. Больше никаких новостей не будет. Ну, это прям реалистично, вот честное слово. Похоже на не все семейства, но военных, я так думаю, часто такое происходило. Жалко, погладить нельзя. Ладно, пошлите. Беги, Тёма. Я еще посижу немного и приду. Нам можно потом еще будет посмотреть. Опа! А мы идем! Все в лучшем виде, Артём. Это с нами. Так, единственное, только хотел посмотреть. Да. Блин, ресурсов прошло, потратил прям немерено. Так, все, хватит, а то, блин, реально ресурсов не останется. Шо у вас тут? О, 86-й год, ребята. Че у нас там? 1 апреля. Праздники тут посчитали, ребята. Так, тут у нас даже кофе есть. Или чай. Непонятно. О, тут тоже можно, кстати, походить. Прикольно, прикольно. Не, блин, сделано, кстати, прикольно. Но оно, наверное, повторяется или сгенерировано как-то. Но все равно прикольно. Можно, типа, постоять, посмотреть.
Как мы тут и едем бесконечно. Я думаю, через некоторое время оно повторяется. Опа! Тут даже места хватило на этот, на буханку. Опа. Тут типа можно даже покурить. Но без этого. Так, ладно. Вдыхаем еще раз и заканчиваем. Блин, ну конечно проржавела она знатно. Даже бензин тут, вон, смотрите, бензобак. Ой, точнее, этот, бензоколонка. Записка от ТТшника. Крест, пишу записку, чтобы никто случайно не услышал. Я тут Кате и Степану готовлю сюрприз по случаю свадьбы. И мне нужна твоя помощь. Хочу сделать им кольцо. Им кольца, простите, кольцо. Полосу уже прокатал. А вот с размерами затык получился. Со Степаном проблем нет. Я же всем перчатки делал. А вот с Катей неплохо было бы мерки снять. Но надо же, чтобы сюрприз был. У тебя глаз наметанный. Может, поможешь подобрать? Да и со шлифовкой потом помощь не помешает. Время-то всего ничего осталось. Заранее спасибо. Т-т-т. Продолжают жить своей жизнью. Помогите найти. Я думаю, помогите. Спасите. Не, прикольно. Идиот. Ха-ха-ха. Так, а тут у нас его дрезина. Заодно тут для буханочки бензин. Тут все проржавело, но едет. Прикольно. А с другой стороны тупик. Да, ну там можно обойти. Кстати, смотрите, как прикольно. А тут уже на подъеме. Уже через какое-то такое болотистая местность. Местность едем. Не, прикольно, прикольно. Куча стволов. Тут чай у вас остывает, ребят. Так, ничего. Ха-ха! Бухают, давай, да давай. Сажусь, ребята. О, стол, свадьба, все дела. Да я только села, что ты пропустил? Не бойся, еще увидишь. Минутку внимания. Да, давай, мельник, бахни речь. Полгода пути и 4000 километров позади. Нам через многое пришлось пройти. Ладно, ребята, я понимаю, что интрига затянулась. После длительных размышлений и детального изучения спутниковых данных, мы нашли место, которое может стать для нас новым домом. Так, так, давай, не тяни. Это речная долина. Там есть лес, там есть гидроэлектростанция. И это место удалено от населенных пунктов, что очень важно, как показывает опыт нашего путешествия. Да ты шо? Так вот, мы примерно в 2 днях пути оттуда. С чем я вас всех и поздравляю. Да, ура, похлопаем. Да, да, Артемка прям. Но на сегодня осталось еще одно важное дело. Какое? Степан, Катя. Катя. Бухаем. Ух ты, кольца. Кольца. Степан, Катя, повторяйте за мной. Повторяйте за мной. Я беру тебя в законные изумруды. А встать мужик не может. И с этого дня клянусь любить тебя. И с этого дня горе, клянусь и в радости, и в горе, и в радости. В богатстве и в бедности. В богатстве и в бедности. В болезни и в здравии. В болезни и в здравии. И до тех пор... Опа, подлетел как. Это, блин, как он там. Кстати, уже мерч есть, смотрите, чекушечки с надписью «Аврора» и это. Кто-то тут занимается рисованием. Как капитан этого корабля, объявляю вас мужем и женой. Многое лето, будьте счастливы. О, да. Горько, горько, да-да-да. Я за Артема буду. Горько, хорош. Так, что-то Кане плохо. Кровь, вот черт. А вот это уже совсем хреново.
Черт, походу у нее что-то там с легкими, и надо бы в больницу. Ну или куда-нибудь. Медсестра сейчас-то скажет. Простите, что раньше не сказала. Аня, о чем ты, родная? В Ямантао, когда меня наверх утащили, тот упырь, врач, сказал, легкие распадаются. Газом после того подвала на мосту разъело. Да как ты можешь верить этой твари? Мы же из пустыни только, а песок, он же как наждак. Не переживай. Катюша, Артем... На пару слов. Ну, я не знаю, надо заехать по пути в этот, я не знаю, в больницу. Все еще уцелели кое-где эти, я так думаю, медпрепараты. Все нормально, Артем. Иди, все хорошо. Да не, ни хрена не хорошо, надо бы это, я не знаю, какие-то препараты по пути взять. Я думаю, что-нибудь да еще осталось. Что делать будем, Святослав а? Константинович, давайте не будем пока паниковать. А вы что думаете, Катя? Я думаю, полагаться на диагноз какого-то дегенерата преждевременно. Смена сырого воздуха метро на пустыню с ее жарой и песчаными бурями такого легкие не любят. Ну, мне тоже кажется, что если бы это был газ, так ей бы плохо совершенно сразу верно. Поэтому я ее сначала обследую, насколько квалификация позволяет. И еще... Впереди долина, лесной воздух. Думаю, одно это может все поправить. Простите, что вмешиваюсь, но что случилось? Аня кровью закашляла. О, Господи! Вы серьезно думаете, что это песок? Больше на туберкулез похоже. Ну, его вот и мы вылечим. Антибиотиков у нас хватает, воздух опять же. Катя, ну а если вдруг... Вдруг тот гад был прав, что тогда, может, лекарство какое-то, а? У нас в поселке часть ПВО стояла. Перед самой войной у них проявилось новое средство. Многих потом спасло от поражений газами, токсинами. Я проверю мамины записи, найду название. По-моему, в Новосибирске производилось. Так, Новосибирск. Ермак, что думаете? Да что тут думать? Радиали хоть на край света. А в Новосибирск? Ну, 1000-2 будет. Тогда решено. Едем в долину. Если там все нормально, обустраиваемся. Если у Ани будет ухудшение, то с группой добровольцев отправляемся за лекарством. Вы уж, Катюша, поищите название. Найду, понятное дело, короче, нам еще, надо... Артем, не хочется неприятных сюрпризов в этой долине. Ты самый опытный разведчик. Поэтому бери еще одного добровольца и проверьте ее сначала на дрезине. Да без проблем, я даже с радостью ломанусь сразу. Даже не с радостью, а с энтузиазмом. Немного, конечно, тупо очередь такая, тык-тык-тык, ждут, пока весь другие пройдут. В общем, слушай мой приказ. Всем успокоиться. План остается в силе. Мы едем в долину к лесному воздуху и чистой воде. Начинаем обустраиваться там, если вдруг у Ани... Папа, не надо. Повторяю, Аня, если вдруг тебе начнет становиться хуже, Катя подсказала лекарство. Так что, если понадобится, мы его найдем. Ну, по-моему, отлично. Как швейцарские часы. Тогда я тоже попрошу всех. Ребята, не волнуйтесь. Я и так места себе не нахожу. Такой день испортила. Ань, да перестань ты. Все нормально. Накрутила себя из-за черта этого с Ямантау. Думаю, это все же песок. Да нет. В Москве я в пыльные бури. Чересчур часто кашляешь. Совершенно верно. Мы, кстати, о том же говорили. Так, тост. Ребята, за вас. Просто будьте счастливы вместе. Точно! Ура! За вас, за вас!
Степа, давай ты песню про нас. Легко. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине. Степан, что-нибудь повеселее есть? И если так, ладно. Мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы. Это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Классно, точно ведь про нас. Даже полковник имеется. Даже полковник, да. Да уж точно. Пора вернуть эту землю себе, и вот еще что. Сюрпризы, как на мосту, и в Ямантау нам больше не нужны. Поэтому мы вышлем вперед разведку на дрезине. Артему в помощь нужен доброволец. Я долину проверять на наличие врагов. Идиот, Алеша, Алеша, я думал, идиот. Есть у меня подозрение, что Алеша собрался долину проверять на предмет наличия там местных. Отлично, значит, решено. Завидую я тебе, Степан. Раз и сразу готовая семья, и жена, и ребенок. Ни тебе пеленок, ни тебе ночных дежурств. Животик ни у кого не болит. Завидовать нехорошо. А мы, кстати, от пеленок и не уклоняемся. А уже? Вынашиваем план завести Насте братика, если она не будет возражать. Мне лучше сестричку. С сестричкой можно в куклы играть и нянчиться. Ну, это уже потом. А с братиком можно играть в Спарту и спецоперации. Да-да-да. Брось, Стёп. В спецоперации, бог даст, мы отыграли. Ах, не знаю я, как вы, а я, если честно, устал. На пенсию хочется. Пожить, наконец, по-людски. Да? Вам нельзя на пенсию. Старый я, Настёна. Мне то уже 650, не там, 510 лет. Я уже свой костюм отслужил. Завидовать нехорошо. Ну а что делать? У твоей-то мамы ты есть. А у моей Ани такой умница. Да чтоб тебя, блин, на больное. Что, пап? Это в 20 мужик о детях и думать не хочет. А вот я бы сейчас внуков на коленях покачал.
Будут еще те внуки. Рукопашному бы их обучил. Да-да-да. В стрельбе с двух рук. Я на дубах в гости ходить. Конечно, заходи, Настя. Вот только дедушка Мельник все равно не успокоится. Ему своих внуков подавай. Блин. Неловко даже как-то и уговаривать тебя. Дочка у меня красавица, спортсменка. Комсомолка, да. Ага, мастер спорта по стрельбе. Да, да, я уже заметил. Ладно, в Москве-то, согласен. Тьма, туберкулез, крысы, мутации, но тут... Ну да, на свежем воздухе можно. Все, па. Обещаю тебе заняться этим вопросом прямо сегодня. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну что, за колонию, что ли? Давайте. За заселение земли и за продолжение рода. Вот что-что здесь на этом поезде Товарищ, не заканчивается, зови. Так это напитков. Такой, так, у нас воды нет, ребята. Ничего себе. Давай, давай. За новую колонию. Мне Артему понадобится на ночь смелости, так сказать, набраться. Так, я быстрее всех кубахнул. Чертов разведчик амазонок. А еще... Ладно, хватит. Да не волнуйся, Алеша. Думаю, с этим тоже все будет в порядке. Если все получится, люди будут к нам приходить. Нормальные, хорошие люди. Да-да-да. Уверен, тоже выжили. Ну а если придет кто ненормальный или нехороший, он сильно пожалеет. Это да. Но как тут с плохими справимся, то и о Москве подумаем. И может даже что-то придумаем. Так. Это да. Разбежался сильно. За любовь! За любовь! Вот почти вместе со всеми. Красотища-то какая, эх. Пусто опять. Налейте! Три чашки это мало. Что? А, на гитаре? Давай, сейчас слабзаю. Или не на гитаре. Куда убежал? Так, все сваливают. Ага, понятно. А, я чё? Всё? Мне гитару дадут? Нет, мне сказали, я могу слабзать. Нет? Ладно, всё, тогда... спасибо вам, а я пойду, это... Мне разведка, меня амазонки ждут. Да, Лёш? А он остался. Ну ты и оставайся, я сам тогда с амазонками перебазарю. Перепадет только мне, Лёша, слышал? Надеюсь, Аня хоть не услышала. Так, а тут пацаны сразу же. Привет, здорово. Здорово, дружище. А мы тут, видишь, после пустыни оружие в порядок приводим. Где? Смотрят на меня. Ненавижу песок, честно говоря. Грубый, как наждак, всюду набивается. Бесит просто сильно. Ну, прям как Энакин. Так что, как только выбрались из этой душегубки, я сразу капитальной чисткой занялся. Ну и князь мне по доброте душевной... Красавчик. Чё я могу сказать? Молодцом. Не хуже барона. Скажи спасибо, я думаю, кидать дровишки и уголь в топку и то тяжелее, чем чистить автоматы. Это тебе не калаш. Ну, я же все равно не стрелял потом. Еще не хватало. Дом бы и не выстрелил, небось. Так что ты еще легко отделался. Да, удивительно вообще, что бандиты свои пушки умудряются в приличном состоянии содержать. А нет, думаю, они грохают соседа, у кого пушка получше, и отбирают ее. Вон ствол твой трофейный, явно на заказ собран, с фантазией. Классная работа, и ухоженный такой, приятно посмотреть. Ну и я в грязь лицом не ударил. Тихарь себя, как я понял, неплохо проявил. С новым-то боеприпасом, а? О, да, он отлично мне помог с этими гребаными пауками. Это точно, жёг, как дуговая свадьба. Да, ну ты, Артём, в общем, за оружие не волнуйся.
В следующей остановке все будет как только с завода. Это я гарантирую. Так, нам, походу, надо на главной карте. Ладно, ребята, вы тут чистите. Я не в ту сторону пошел. Можно, конечно, перебазарить еще и с крестом. Но нам надо Ане помочь. Все. Так, ребята, спасибо. Простите. Или вы на пианино имели в виду полобзать? Нет, я не могу. Не умею на пианино играть. Нет, даже не заставляйте. Ермак, чё, как, едем? Долина. Чисто. Может быть. Погнали. 5369 километров проехали. Тайга. Мне трудно назвать себя религиозным человеком. Но сейчас я прошу всех богов. Пожалуйста, храните Аню. И пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Окей, все, спасибо за просмотр, до следующих встреч!